Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Dismantle. Итак, мы с вами в прошлой серии побывали снова на точке эвакуации, нашли с вами ракету, но ее нужно заправить 4 ячейками топливными. Мы знаем уже, где они находятся, и мы пока сейчас будем с вами выдвигаться это к первой ячейке. Здесь вроде как теплая часть острова, жаркая даже, можно так сказать. Мы с вами пока идем в сторону башни связи, а по пути, возможно, что-то будем находить, что-то будем собирать. Ну, поехали. На этой части карты у нас стоит убийственный сигнал, поэтому здесь все монстры, они умирают. Это хорошо. Так, здесь, кстати, надо будет собрать то, что я не успел собрать. И за кадрами, к сожалению, не успел все это сделать. Собрать, так что сделаем сейчас. Здрасте. Я почему-то думал, что вы все сдохли уже. Так, кемпинг на озере Боул. Всем посетителям добро пожаловать. Так, кстати, по поводу камня. Так, это, кстати, монтировочку надо, по-моему, разобрать. Вернее, не разобрать, а убрать. Она у нас дает сейчас 28, а бита у нас дает 36. Так что будем использовать только биту. Да не тут ломаешь-то. 45 требуется урон, хорошо. О, машина. Обыскать. Пластик, неплохо. Угу. Это не добивается одного раза. Против этих товарищей лучше использовать мачете. Так, олень есть. Олень есть. Ну давай, 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 добеги. Два оленя, которых, блин, я ранил, блин. Стой, олень. С этого кость выпала. Так, с этого. Шкура, неплохо. Где-то там еще один олененок. Только мясо выпало. Обидно. Так, дерево это что? Вот это уже неплохо, но, блин... Уже теперь опять не могу взять ничего. Класс. Только пришел, уже ничего не могу взять. Одинокий дом Хеджфилд. Да ты издеваешься, что ли? Серьезно. Так, листву могу. Вот, кстати, могу ломать теперь эти деревянные стены. О, не то ломаю, мне нужна керамика. Я ломаю почему-то все время одни эти. Что не так с этой камерой? Алло, ломай унитаз, пожалуйста. Он не хочет ломать унитаз ни в какую. Спасибо. Не тот инструмент. Мог бы сразу сказать, что не тот инструмент. Так, насколько я понимаю, то эта кровать дает только, по-моему, один металл. Да, ё-моё. Ну да, дает тряпки и металл. Так, да, здесь у нас, получается, еще есть... Еще одни доски. Ну, придется опять-таки сбегать к себе сейчас. Потому что мне нужны вот эти ресурсы. Листва, кстати, тоже нужна. Ящик. Хорошо. Так, ну пойдем туда сбегаем. Тут вроде как, в принципе, мы недалеко. Вроде я их убивал, убивал, а кто-то остался все равно. Нам по-любому надо к тому домику вернуться, потому что там все-таки есть электроника. Ее было там очень много. Ну как, относительно много, но все-таки она редкая. Поэтому она мне нужна. Так, что еще? Вот, отлично. Отлично, слиток еще есть. Готовить пока ничего не будем, стол нам не нужен. Так, вроде основное все и тут пособирал. Я, наверное, сразу сгоняю, оставлю.
Тихо. О! С одного раза. Красавчик. Надо поставить, получается, на самом деле здесь метательный кинжал. Если вдруг что, попробую добить его в момент, когда он убегает. Так, насколько я помню, мы как-то шли, получается, где-то здесь у нас, да? Одинокий дом. Вот, да. Куда-то прямо, получается, а мы с вами должны, по идее, попасть, куда нам нужно. Тот дом надо по-любому облутать. Тут еще один дом. Так, во-первых, тут есть... слиток. 100%. Дальше обыск. Металл. Специи нужны. Керамика, хорошо. Здесь пластик. Так, эти кровати только металл, поэтому нам не нужен. Керамика, металл. Ну ладно. Пока как-то так. Так, они бегают за оленем. Пожалуйста, бегай, ты мне не нужен. Вот, я пришел, да? А, блин, я не разблокировал, получается, там проход. Сейчас тогда разблокируем. О, а тут телефон, оказывается, лежал. Ты смотри, какой. Заныкался. Так, все. Ну, вроде как, все самое полезное я тут забрал. И опять-таки, у меня уже полный инвентарь. Но я надеюсь, что возле этой башни где-то будет еще костер. Поэтому просто пока идем туда. Так, вот, получится мне убить... Нет, не получится уже. Ну и ладно. Мне нужен пластик, чтобы прокачать себе рюкзак. Так, понятно. Заправка Рэтчета. Угу. Ну идем, идем, давай сюда. О, тут пока еще действует убийственный сигнал. А там какой-то непонятный босс. Металл-то хорошо. Опа, она еще и плюется, класс. Новый монстр убит. Здесь нет костра, к сожалению. Еще слиток, прекрасно. Но мне нужен костер. Еще слитки. Оу! Здорово! До свидания. Так, хорошо. Форт Дэро Глендлейл. Блин, а эти, получается, я не взорву. Ну, не вижу в этом смысла, потому что... Так, эти там плюющиеся. Не хочу. Мне нужен гребаный костер. Но я пока иду правильно. На заправке там, получается... Здания-то нет никакого, чисто только заправка. Грибочки. Уже ничего не могу взять. Уже все. Попал. Вот пес. Попал. Листва не лезет. Ну, конечно. О, кстати, вон домик получается. Правда, он пустой.
Из полезных только здесь пластики. Оу, нет, там еще и жердяй. Не, ну я его трогать не буду, потому что, во-первых, у нас нет убийственного сигнала. Убийство будет бесполезным. А я только себе подпорчу здоровье. Вот, наконец-то костерчик есть. Так, пластик, это хорошо. Зажигаем. Отлично. Так, ну что у нас тут есть? Ну, во-первых, керамика. Блин, обычно в этих ящиках всегда был пластик. Сейчас этого пластика нет. Кстати, коробка прям хороша. Коробка прям хороша. Мне нужно, получается, еще резина, чтобы прокачать биту. Так, это я могу ломать? Не могу. Так, здесь только металл, по-моему, да, обломки металла. Не шибко полезная вещь. С двух ударов прям шикарно. С двух ударов прям хорошо. Так, листва сразу. Резина, отлично. Резина прям хорошо. Так, но сначала нужна карта, поэтому мы с вами идем в эту сторону. Так, я смогу здесь обойти? Класс, я не могу здесь обойти. Блин, здесь вот неудобны вот эти места. Какая-то гористая местность. Гинц какой-то. Так, я примерно понимаю, как отображаются у нас вот эти плевуны и все остальное. Такие боссы, вот они просто жирные кругляшки. А вот всякие такие, они двойные кругляшки. Мне надо как-то попасть внутрь. Класс. Сдохни, пожалуйста. Так, наверное, подлечиться надо. Так, керамика. Блин, ломаю все что угодно, только не керамику. Потому что не тем ломаю инструментом. Молодец. Так. С этих лавок, по-моему, выпадает металл. Нет, выпадает с них пластик. Ну, пластик тоже полезно. Так, чисто металл. Керамика. Еще керамика. Так, здесь должен быть металл. Блин, не тот металл. По-моему, с него выпадало как раз-то слиток железа. Во, компьютер есть. Ну, здорово, здорово, здорово. Ну, освобожу его, чё бы нет-то. Чё бы нет. Но останется у меня без унитаза. Но я тебя закрою. А тут был вход. Я молодец, конечно. Так, читать. Отправляясь в Базел, будьте осторожны и не выходите из патрульной машины. Вокруг растут странные растения. Да не то ломаешь-то. Батарея нужна. О. Отлично. Помидоры, огурцы уже не вылазят. Пластик, керамика, еще металл. Ну, благо здесь недалеко. У нас ящик.
Прошла неделя с тех пор, как отбыла последняя рабочая спасательная капсула. Осталась одна капсула, но мы на всякий случай отключили топливные элементы. Не используйте капсулу. Опа, а почему нельзя использовать капсулу? Насколько я полагаю, здесь остался я один только. Так что я буду ее использовать. Так, где мы там ящик? Мне по-любому сначала надо дойти до башни связи. Так, там есть квест какой-то. Клокотание слизи и рычание усиливается вокруг вас. Бывшие люди не единственная опасность в этих местах. Убейте 5 минометных капсул за 80 секунд. Подожди, пока... Надо взять тогда сначала мачете. Они появятся? Ну, поехали. Так, хорошо. Подлечись. Здесь очень много листвы, поэтому надо собрать. С них, получается, выпадает листва, при том, что очень много. Это прям хорошо. Так, пойду оставлю. Так, с вас, по-моему, выпадает дерево. Самое главное запомнить, что не возле костра не сидеть. А то иначе все тут оживут и будут проблемы. Так, жарко. Жарко, давай смотреть. Во-первых, у нас есть шляпа. Защита от жары плюс 5. Ага. Дальше поставим тогда вместо лупы вот так вот. Нормально? Нормально. Жить можно. Так, понятно. Еще получается этот мост каким-то образом надо опустить. Ремонта пригодно. Его еще и надо ремонтировать. Шикарно. Так, о, кстати, третий. Думаю, теперь я знаю, как их использовать, однако мне следует подготовиться к борьбе за свою жизнь. Сила обелиска. А, возможно, будет битва какая-нибудь. Я должен вернуться с одной... А, мне нужна сюда сфера. Блин, а где же мне столько сфер-то понабрать? Блин, попал. Так, где грёбаный... Она здесь находится как раз. Во, расплевалась-то, тварь. Мне вообще-то, если честно, первым делом желательно бы поставить убийственные сигналы. Чтобы эти монстры не возрождались.
Это мелочь-то ладно, а вот эти вот плевуны и всякая остальная нечисть, это, конечно... Да, блин, вы издеваетесь. Ну, мне реально надо в обход идти. Тут, походу, нигде не пройдешь. Оу! Так, а здесь работает убийственный сигнал. Хорошо, но не на всех. Так, есть костер. Замечательно. А что я не могу пройти? Гребаный куст. Так, замечательно. Ну, во-первых, диван. Ты живой, что ли? Сдохни. Так, готовить ничего не буду. Собрать специи. Во, пшеничка, хорошо. Слиток металла, замечательно. Так, батарея. Отлично. Замечательно. Так, электроника сразу. Прекрасно. Так, керамика. Тоже пойдет. Так, а что, здесь нет унитаза? А, понятно. Поступили сообщения о вражеских нападениях в нескольких районах острова. Это ложь, распространяемая враждебными силами в нашем окружении. Не паникуйте. Так, дальше. Мне, получается, надо будет сейчас это дело разбить. Так, смотрим. Ну, пока идем сюда, в сторону Гинца. Я надеюсь, что здесь есть будет проход. Иначе, возможно, я вообще иду не в ту сторону, в которую мне нужно идти. Так, сначала специи. Дальше. Мягкий диванчик. Электроника. Кровать. Батарея. Это все нужно. Так, еще нужна будет керамика. Так, ты керамику не даешь. Еще батарея. Так, приманка для монстров мне вообще, по идее, не нужна. Вот рюкзак я уже могу улучшить, это прям хорошо. Так, мачете. Ящики, по-моему, там что-то есть полезное всегда. Да, пластика много, так что ящики надо сломать. Ну, не всегда пластик. Пойду оставлю. Ой, ну вот, все, уселся у костра. Ладно, модернизация рюкзака. Опять-таки нужна шкура. Не хватает резины. Мачете пока не могу, потому что не могу ломать камни. Так что пока тебя и убираю. Серп максимально. Это тоже не могу. Нет столько морковок. Здесь не хватает столько грибов. Могу, но не буду. Не могу, но хотел бы. Кубик, но... Я его пока не ношу. Опять-таки, шкура требуется. Котелок, кстати, могу прокачать. Добавляет один новый слот для ингредиентов, чтобы позволять готовить новые рецепты. Ну, в принципе, да, но железа тут очень много потребуется. Ну ладно, пусть будет.
Сталь теперь нужна вообще шикарно. Так, чертежи. Могу что-то создать по чертежам. Вот, кстати, могу создать дровосека. Так, шнурки пока не могу. Все остальное пока тоже не могу. Блин, ну вот уселся у костра и все. Ладно, давай тогда поспим. Ладно, понеслась. Опять всех заново убивай, да? Оу! Черт, я думал, что я не смогу здесь умереть. Оказывается, могу. Так, просто тут есть пластик. Да не это лама. Чувак, ты не то делаешь. Главное теперь не свалиться. Так, сначала туда тебя. Да ты-то что там рычишь? Да ты издеваешься. Пластик это прям хорошо. Так, место под рыбалку. Оно сразу помечается на карте? Нет, тут надо, понимаете, его указать, что я тут ловлю. Рыбку поймать по-любому надо. Хорошо. Да, место рыбалка теперь помечено. Ну что, заходим в дом. Да иди сюда уже, разрычался. Так, первым делом. Батарея. Так, подожди, я могу ломать плиты, что ли? О! Так, ну раз я тут готовить не буду, попробуем сломать, что получится-то. О, электроника. А холодильники могу? И холодильники могу. Прекрасно. Сколько много я чего сейчас уже, получается, упустил. Нет электроники, блин. Места нет. Ну это я сейчас вернусь по-любому. Электроника нужна очень сильно. Электроника реально очень сильно нужна. А еще и все взять не могу. Места не хватает. Так, тут я не пройду. Тут надо сломать, потому что, блин, мешается все. Ходить. Что, не влазит? Ладно. Так, не у костра. Не у костра. Так, закрою, чтобы она никуда не вышла. Так, здесь тоже закрою. И здесь закрою. Электроника, конечно же, нужна. Так, ну... А, подожди, а тут был холодильник-то? Тихо, тихо, тихо. Нет, тут не было ничего. Только не свались, пожалуйста. Только не свались. Ну давай, давай, давай. Рычит.
Оставайтесь там пока. Так, электроника, пластик. Заблокировано. Ага. Так, с часов что-нибудь выпадает? Я что-то не помню. Нет, всякая фигня. Ну что, понеслась. Я первый. Так, ну вот тут уже мне прям радует все. Нет, готовить я не собираюсь ничем. Так, обыскать. Специи. Обыскать. Помидоры, зелень. А, керамика. Да, что ты ломаешь? Керамика нужна. Поехали ломать холодильники. Соответственно, наверное, скорее всего, могу ломать еще и... стиралки теперь я. Да, блин, не влазит, серьезно. Вот, вроде как бы особо ничего не пособирал, а уже все. Нет места. Ну, костра я тут не вижу. Был бы костер, наверное, было прям хорошо. Да, и стиралки могу ломать, отлично. О, а тут резина. Класс. Так, резина. Воу! Спасибо, до свидания. Я пока не готов. Я пока не готов. Да-да-да-да-да-да-да. Может, сможешь найти выход. Да, таким темпом мы с вами точно не дойдем до башни связи. Не у костра. Не у костра. Можно, конечно, сейчас использовать ножи против него, чтобы быстрее добить, но вдруг появится более шустрый монстр. А с более шустрым лучше справляться как раз-то ножами. Блин, а вот что мне делать? Как-то придется с ним драться. Понеслась. А что, набился, ушел? Или он пошел меня искать? Ха, ну пусть идет ищет, я не против. Так, ящики ломаем все. Ну вот прям пластик хорошо пошло. Жирный куда-то ушел. Мне надо сюда. Эту, получается, часть я обыскал дома. Так, жирный, походу, реально обиделся. Гинс, Фелкрест. Будь осторожен, рядом... Что рядом? С воронкой. С какой воронкой? Так, а тебя защищают, получается, да, вот эти вот? А, лавовая воронка это вот это вот, да? Не, ну конечно, я могу еще и помереть могу. Ой, а может... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, чуть-чуть меня не... Да, чуть меня не убило и меня убило. Блин, реально к ним не подойдешь, они какие-то опасные, блин. А, что ты тут бесишься? Закройся. Жирный, настала твоя очередь. О, загадил-то как. Да, мне сейчас бы еще тут сдохнуть не хватало. Для полного счастья. Не здесь, давай. А, или вот так вот сделаем. Вот так будет попроще. Согласись.
Так, только, пожалуйста, сейчас не сдохни. Ну, почти подлечился. Блин, я там, не получается, не пройду. Может, лучше пойти в обход? Блин, как ты мог попасть-то, слышишь? Да догони ты его, убей. Ягодки. Ягодки тоже возьму. Ну-ка, если... Отлично. Так, ну и что скажешь? Ничего не скажет. Башня там, попасть не могу. Класс. Вот грёбаная башня, а. Так, ну здесь я точно буду ставить убийственный сигнал. Это 100%, чтобы они сразу умирали. Здрасте. Ну давай, 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 давай. Хорошо. Так, рядом с воронкой. Это мы будем осторожно. Тут контейнер есть. Класс. Блин, сломанный мост, серьезно. Ну и что ты сделаешь? Я вот тоже так бы рычал бы. Но только я не знаю, как к тебе попасть-то. Тут везде все сломано. Блин, мне туда нужен еще какой-то костер. А можно убить-то ее? Лечись давай уже. Еще один дом. Не надо меня впулять. Ломаешься? Отлично. А-ха-ха-ха, тут кровать. Нет прохода. Вот это другой разговор. Так, пластик. Собрать. Так, на специи нет места. Готовить я не собираюсь. Где моя бита? Блин, мне не хватает места. Мне нужен срочно костер еще один. Платы эти очень редкие. Их надо забирать 100%. Так, эти кровати мне особо ничего не дадут. Тихо, тихо, тихо. К этим шипам даже не подходи. Так, там впереди какой-то противник. На всякий случай поставлю я... Метательные ножи, у меня их 6 штук. А, это плевун. Это грёбаный плевун. Во-первых, тут есть пластик. Тут еще есть грибы, но... Пусть валяется. Нет костра, к сожалению. Блин, нет костра. Мне надо как-то попасть через Филкрест. К башне, скорее всего, попаду. Хотя не факт, но блин. Там вроде есть мост, этот мост охраняет жирный слизняк. Наконец-то сдох. Жалко, что пока еще нет убийственного сигнала, так все прекрасно. Класс, а моста-то получается-то и нет. Вот офигительно. И как мне тогда получается попасть сюда, если тут нет возможности? Это вообще замкнутый остров. То есть, скорее всего, я пошел не туда. Мне надо было пройти вот здесь. Вот это, конечно, круто, да.
А, нет, вот получается какой-то мост есть. А, все, блин. Это прям сейчас хорошо. Ну давай, 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 давай. Еще одна бежит. Я здесь. О, нет! До свидания. Не хочу. Так, резину, в принципе, я смогу найти сейчас. Во, а вот эти я могу ломать сейчас? Это не могу. Это тоже не могу. Да добей ты его уже. Так, лечись. Не то ломаем. Батарея нужна. Молодцы, они еще и утонули. Пожалуйста, оставайтесь в помещении и обратитесь к руководству Кобальта за инструкциями, страница 27. Так, что тут еще можешь собрать? Ну, во-первых, опять-таки металл. Специи. Холодильник. Блин, мне реально срочно нужен какой-то костер. Сколько опять вот мы с вами упускаем здесь, да? Прям очень много. Так, резина. О, это прям все было хорошо. Да не это, ломай-то. Уже и пластика много. Ну и что ты сделаешь? Я здесь. Да, здесь очень много всего полезного. Так, часы нам не нужны. Тихо собрать. На специи нет места. Ну, сюда надо по-любому возвращаться еще. Так. Давай, кто там? Раз. Два. О, пластик весь уплыл. Класс, отлично. И как ты должен его туда собрать? Тут еще целый дом. Ладно, давай тогда дом оставим на потом. Мне надо хотя бы дойти до башни. Башню связи я вижу. Но я не вижу моста. Мост вижу, отлично. Уровень повышен, хорошо. Осколочная граната. Новое изобретение. Воин дорог. Вот это интересно. Так, ну, во-первых, ну, тут есть костер. Отлично. Во-вторых, оставляем вещи. В-третьих, ломаем здесь все это дело. С одного раза сломал. Я иногда не понимаю, когда он с одного раза ломает, иногда несколько раз долбит. Это, может, какой-то крит я наношу. Так, что еще может пригодиться? Ну, во-первых, ящики, по-моему, дают железо. Да не этот ящик. О, да, отлично.
Так, ну, в принципе, тогда мы с вами здесь, скорее всего, и останемся. Я за кадром тогда сгоняю, все это дело пособираю. Возможно, тут еще смогу сломать. По-любому мы в этой серии до топливной ячейки не дойдем, потому что далеко. Но я хочу здесь сейчас создать убийственный сигнал. Я могу это сделать? Скажи, что могу. Пожалуйста. Мне надо знать, что я могу здесь создать убийственный сигнал на этой территории. Новых башен нет поблизости. Ну и ладно, в принципе. Передатчики. Да, я могу. Отлично. Вот это меня уже радует. Это пока не могу. Нужно 80. Ну-ка, давай посмотрим. А, ясно. А, там еще какой-то противник есть? Ясно, жирный товарищ. Ой-о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 й. Блин, жалко, что у нас не пропадает сразу. Отлично. Фух, чуть не сдох. Тут еще куча домов, плюс там какой-то еще есть, по-моему, мост, да? Да, здесь находится какой-то мост. Давайте посмотрим, что за мост. Слиток — это хорошо. Куча еще, опять-таки, домов, но я все, скорее всего, это буду делать за кадром, обыскивать. Давай. Замечательно. Так. Не, подожди, сначала обыскать. Замечательно. Так, идем сюда. Да иди ты сюда, говорю. Дома потом. Пойдем смотреть, что требуется для ремонта. А, только чисто отпустить. Я думал, тут прям ремонт. О, с этой стороны не получится, да? Вон ну как, Михалыч. Ясно, понятно. Так, собрать. Что у нас здесь? Это можно сломать, в принципе. Тихо. Отлично. Керамика нужна. Во, телевизор. Телевизор — это электроника и пластик. Стиралка. Теперь я уж могу ломать здесь точно все. И резина есть. Так, могу создать приманку, могу создать, получается... Готовить я могу на костре, так что в этом нет никакого смысла. Опять-таки не хватает уже, да? Да, опять-таки уже не хватает. Так, ну ладно, если получается мост я опустил... Это мы сделали себе короткий срез. То есть здесь, чтобы сюда, получается, активировать этот обелиск, мне нужна сфера. Сферу надо, получается, взять с ящика. Опыт, кстати, по-моему, у нас еще есть, да? Прокачанный. Так, ну ты в доме сидишь. Ну вот и сиди там. Самое главное, я создал себе убийственный сигнал. Это меня прям очень сильно радует. На этой территории.
Так, оставляем вещи. Дазл и Дона Спрингс. Нам, по идее, как раз... Нам вот сюда. Здесь мост сразу же, видно, разрушен. То есть мы с вами идем вот здесь вот по низу. Проходим здесь, потом сюда, сюда. Идем вверх, опускаем здесь мост. Потом сюда проходим. И, по идее, попадаем как раз вот сюда. За топливной ячейкой. Но мы с вами можем еще кучу всего создать. Поэтому давайте, я предлагаю сейчас в конце серии нам тогда с вами что-нибудь тут и создать. Так, сначала посмотрим, что можем с вами улучшить. У нас с вами есть опыт, кстати, да. Доктор. Запасливый. Опыт от складирования материалов плюс 20%. О, блин. Вот прямо напрашивается мне вот этот запасливый сделать, но я хотел бы бойца. Ну, может быть, он еще появится. Давай я лучше бойца прокачаю. Так, модернизация. Рюкзак пока не могу, нет шкур. Бейсбольный... От, кстати, бейсбольная битва. Будет 42 урон. Качаем. Дальше железо и электроника. Ну, наверное, в принципе, смогу пособирать. Давай вот это, кстати, тоже прокачаем. Мешок крови себе. Пластика, опять-таки, не хватает. Кубик качать не буду, в этом нет никакого смысла. Это тоже качать не буду. Снасть нет. Камуфляж нет. Стекло можно прокачать. Но тогда уйдет вся электроника. А сейчас, тем более, по идее, нам это не надо. Хотя шанс удвоить добычу, знаете, как-то... прям прельщает. Ладно, чертежи, что у нас есть. Осколочная граната, кстати. Но если могу сделать, то почему бы нет? Бейсбольная карточка. Коллекционная карточка с изображением звезды Лиги Острова. Сила отбрасывания плюс 100. Что бы это значило, непонятно. Чего я отбрасываю-то? Так, на все остальное, получается, мне не хватает. А, еще воин дорог, кстати, да. Легкая броня. Вы не жертвуете мобильность ради защиты. Вот, кстати, это прикольно. Блокирование урона 22,5. Скорость бега плюс 5. Вот это бы я бы сделал, но требуется дофига шкур. Просто дофига. Очень много требуется ресурсов. Очень много. Но опять-таки, я, скорее всего, за кадром побегаю. А могу я поспать сейчас? Ты хочешь спать? 8 часов назад спал. Спать он не хочет, ну ладно, тогда продолжим с вами, друзья, уже в следующей серии. Мы тогда с вами отправимся. Я надеюсь, мы сможем с вами дойти в следующей серии до первой топливной ячейки. Здесь, по идее, дофига всего у нас еще. Запертая дверь, экспертная отмычка нужна. Пока еще до такой не добрались. В общем, получается, я за кадром пособираю вот здесь вот. А здесь, получается, надо еще успеть добежать после всего вот этого. Но, опять-таки, сначала надо себе прочистить здесь путь. От всех избавиться. У нас уже с вами есть убийственный сигнал, меня это радует. Но сначала тут все придется пособирать. Во всех домах все полезное. Здесь все собрать. Дел, короче говоря, очень много. Но со всем этим с вами разбираться уже будем в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.